Если на улице теплый дождь, не обязательно сидеть дома. Можно обуть сапожки, надеть плащик, взять в руки зонтик и отправиться погулять. Посмотреть, какие стали большие лужи. Как в них пузырятся пузыри. Как побежали веселые ручейки. Может быть, мама разрешит пошлепать по таким лужицам? А еще на прогулке поиграйте с малышом в игру. Какой? Какая? Какие? Кустик какой? Кустик мокрый. Цветочки какие? Цветочки мокрые. Березка какая? Березка мокрая. Кисти сирени какие? Кисти сирени мокрые. Дубок какой? Дубок мокрый. Одуванчики какие? Одуванчики мокрые. Травка какая? Травка мокрая. Все вокруг какое? Все вокруг мокрое. Оказываться под дождем можно, интересно и поучительно поиграть.